идет отток молодых людей с деревни. Поэтому я считаю, тоже это первоочередной вопрос, который надо необходимо обсуждать, необходимо какие-то вводить определенные льготы, определенные, может, доплаты какие-то устанавливать молодым специалистам, чтобы они на самом деле оставались на селе. Надо уделить особое внимание, мне кажется, тем деревням, в которых уже вот есть такие проблемы. Для молодежи должна быть усовершенствована инфраструктура. При наличии хорошей инфраструктуры молодежь потянется. Здравствуйте, как у вас дела? Все у нас нормально, все у нас замечательно, работаем. Нас, как работников агропромышленного комплекса, которые непосредственно производят сельскохозяйственную продукцию на землях, которые когда-то были именно болота, интересует вопрос мелиорации. И хотелось бы, чтобы в программу на 2021-2025 годы были внесены какие-то поправки именно о выделении денежных средств на реконструкцию, потому что наши земли, они очень зависят от регулирования водного баланса земли. Я являюсь депутатом Пархунского сельского исполнительного комитета и избрана делегатом на 6-е Всебелорусское народное собрание от Пинского района.